ебанит и трек про Новый год от 100 бального. Накрыли новогодний стол, на елку вешаем игрушки. Диджей пришел в говно, ему платить теперь не нужно. Учителя опять наводят суету, я не пойму, куда иду, где мы, зачем и почему. Стобаль нам праздник оформляем, преподы собрались, дико угораем. Наливаем, круто отвисаем, детское шампанское бокалы заливаем. Бабушка на даче, я уже не мальчик, мне не дата сдачи. С нами крёдоставщик, подарки под елкой без палева. Ну их в упаковке заправили. Азат нарезает салат и представляет, что он якудза. Оксана открыла советский сервант, достала для цитруса блюдца. Все стали у телека, куранты пробили 12 часов. Врубаю колонки на полную. Больше басов, жопу подними и тряси ногами жестче. Если ты остыл, значит прыгай, что есть мочи. Жопу подними и тряси ногами жестче. Если ты остыл, значит прыгай, что есть мочи. Жопу подними, жопу подними жестче. Жопу подними. Поначалу шло хорошо, но елка завалена, разбитые игрушки и колет стекло. Хорошо, что в сандалиях я, все пляжут без устали. Молодой репетитор раскинул диван, залез на него и неистово прыгал, чутка подпевал. Горели бенгальские свечи, и чтобы еще скрасить вечер, кто-то включил дым-машину и выключил свет. Теперь сказать нечего. Я среди дыма один, лишь месяц светил, мне даже немножечко страшно. Звуки утихли и только лишь бит помог не напряжно двигаться в ритме танца, смотреть вверх, улыбаться, будто бы мне 18, этим звуком подчиняться. Вдруг раздается звонок в дверь, посмотрел глазок, это кто? Эй, это те, кто с нами весь год, бэнд. А 100 больный тим, молодой бэнд. Им открываем и понимаем, что комната скоро расколется. Выбитые стекла, немного прохладно, но музыка.